9 глава, 27. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилю были числом, как песок морской, только остаток спасется. Вот один стих. Чему мы можем научиться из этого письма апостола Павла? Не нам письмо, римлянам. Но мы знаем, что все Писание Боговдохновенное написано нам, достигших последних веков. Он речь ведет об авторитете Ветхого Завета. У некоторых сложилось такое мнение, Новый Завет – это нам, а Ветхий – это прошедшее. Или на Ветхом Завете евреи утверждают свои истины. Не так. Ветхий и Новый Завет – это два крыла одной птицы. И апостол Павел ссылается на авторитет Священного Писания Ветхого Завета. Потому что евреи распяли Христа, они отвергли Его. И кажется, что все они христопродавцы, никакого спасения им нет. А апостол Павел находит одно изречение у Исаии за 750 лет до рождения Христа. И говорит, а Исаия говорит об Израиле. Хотя бы были они числом, как песок морской, а только остаток спасется. У нас и слово «остаток» имеет совершенно другое значение. Если работали, какой-то остаток, свет, бензин, но там остаток. Это нехорошее. У Бога остаток – это хорошее. Все истратил без остатка. Дом сгорел весь. И вот пылает. Все сгорает. А Бог говорит, остаток неповрежденный будет. Вот червь съедает, жуки, все на поле. Остаток будет целый. Значение остатка означает быть помилованным. Вот сегодня русская нация является самой быстро исчезающей на земле. Патриоты бьются за то, чтобы эта нация увеличилась. Президент какие-то программы предлагает платить за каждого ребенка 250 000. Вот больше стало рождаться, и вдруг оказалось, что умирает еще больше. Ничего это не даст. Ну, больше будут рожать женщины, предположим. И рожать будет не 10 ребятишек, а 110 каждая женщина. Ну и что? Новое полчище наркоманов и пьяниц. А кому они нужны? А какие они другие-то могут быть-то? Ребенок будет только такой, как родители. Родители неверующие, безбожники. Они не знают цели жизни. Можно уехать за границу, где угодно, но ты останешься тот же самый. Надо просить у Бога открыть глаза. Господи, а вообще для чего я живу на этой земле? А вот ты нас поражал. И в самом деле репрессии унесли не 2, не 3 миллиона. А как подсчитывают, 100 миллионов в среднем. Точное число никто не знает. 100 миллионов. Это не 100 человек. Да когда все погибнут, не погибнут, остаток останется. Русский народ для чего-то нужен, как еврейский. Кажется, Гитлер всех загнал в печи Освенцима. Ничуть не бывало. Снова нарождаются новые люди. Но здесь говорит о том, кто обратится к Богу. Исаия 10:20. И будет в тот день остаток Израиля, спасшийся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа. Святого Израилева, чистосердечно. Какие надежды люди возлагали при выборах? А мы изберем президента, и он что-то изменит. Ну, голосовали-то не за одного президента, голосовали за коммуниста. Было время, однажды он едва-едва к власти не прорвался, этот коммуниста. И надежды возлагают на того, кто угнетал их. Больше угнетения, чем от компартии, не было угнетения во всем мире. И они, люди, возлагают на них утешение, упование. Господь говорит так, через пророка Исаия, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, чистосердечно. Призыв возложить упование в самом невыносимом состоянии. Это мы сейчас живем в такое время, такая тишина, вот мы в таком отдалении, к нам приезжают люди, очень девятся. Было бы у нас богослужение на русском языке, мы бы повернули, кажется, по-другому. Но в православном богослужении есть что-то, я не могу объяснить, что-то в песнопении, я этого не знаю, но это мистическое. Вот сейчас к нам приезжали люди. Мы с ним усилились вместе на одной парте. Я его больше всех в деревне любил, этого человека. Немец. 55 лет примерно не виделись. И все-таки я провел их. Мгновенно у них настроение изменилось.
посмотрели, увидели, все, притихли. Но когда началось богослужение, из этих песнопений, что ухватили? Сразу передалось на других, которые на улице. Они вышли какие-то притихшие сразу. Я говорю, что касается. Опустил голову, да. Вы понимаете, мы временные. Это ангельское пение раздалось с неба, не из алтаря. Священник открыл алтарь, они только увидели. Ну, дальше я уже начал говорить по Писанию. Господь посылает вестников своих. Вы, может быть, являетесь тем остатком из вашего народа, который примет Христа. Вы сколько плутали, ездили, наконец он нашел меня. Его специально привезли, чтобы мы с ним встретились. Это не два, не три дня, больше полста лет. Я его во сне вижу. Я мать так часто не вижу, как его во сне вижу. Что это? Я дал все данные, чтобы человек пришел на занятие, услышал. Может быть, из вашего народа, из немецкого, это остаток будет, который спасется. Мы должны у Бога испросить милость, чтобы открыл наши глаза. И чтобы мы увидели, мы здесь, Потеряевки, принадлежим ли к этому остатку. В Потеряевке раньше было больше людей, наконец она исчезла, поселились, некоторые уехали. Но кто-то будет назван святым остатком. Есть сектанты такие, которые себя называют, мы святой остаток из адвентистов. Они отошли. Святой остаток не тот, кто себя так считает, а который по Писанию избраны Богом. Город приговаривается к смерти, и бывает какой-то остаток. Может, мы из города, может, из этой деревни, из Алтайского края, войдем ли мы в этот остаток? А как определить? Избранники Божьи, Бога Израилева. Вот к этому Богу Израилеву, имя Ему Бога Иегова, и постное имя Иисус Христос, мы сегодня прибегаем. И можем в молитву свою кричить так: Господи, как израильский народ старался попасть в этот остаток, которые будут помилованы. Остаток, который останется на родине. Остаток, который не умрет в плену и вернется. Везде был Богом святой остаток. Показывает фильм, как горят виноградники. Все сгорает. Драгоценность ушла. И вдруг раскапывает в земле, остается корень. И корень дает еще росток. Корешок, один корешок. От него дальше расплождается, снова виноградники будут наслаждены. Что бы с нами Господь ни делал, только молись, Господи, гнев Твой, да прекратится на нас, и чтобы остаток этот прославил Тебя. Михея 5.8. И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лес среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Речь идет о силе. Какая сила у израильского народа? На сегодня они буквально скимны. Они рыкают, захватили все посты, законодательные собрания, все так называемые олигархи, миллиардеры, и все попирают. Это пророчество. А можно сделать что-то по-другому, чтобы русским отдали эти миллиарды? Нельзя. Мы не попали в этот в остаток. Им Бог дал шанс обратить все это на службу Господу Богу. А они снова льют золотого тельца. И снова на пользу этому народу не пойдет. Ты воспользуйся одной копейкой. Вот все истратил, а у тебя от пенсии остался, может, рубль. Это твой святой остаток. И спрашивает, куда, может, свечку купить? Ты найди более бедного, выпроси у Бога милость, встретить такого человека, обиходить, напоить, накормить, обмыть. 4 Царь 21.14. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим. Кажется, спаслись из огня. Господь говорит, из огня до полымя. Попали в яму. Кончились репрессии, значит, перестройки. Да такие перестройки, что люди вообще не знают, где кусок хлеба достать. А причина только одна. Вы не искали помощи моей. Вы отступили от меня, говорит Господь. И Господь бьет и вразумляет, чтобы мы к Нему прибегали. Если Бога воззовете, Господь говорит, я услышу. Я приду вовремя на помощь. И даже остаток, мало останется, и Бог говорит, и то я истреблю, если не будете ко мне обращаться. Здесь мало было людей, сейчас еще меньше. Не будем обращаться к Богу, будем искать корысти какой-то, не будем стремиться к храму Божию, Бог истребит этот остаток. Снова будет здесь пустырь, вот это все приедут люди, снимут храм, дерево все растащит, и ничего не будет. Скажет, дважды всего пыталась возрождаться, и не получилось. За что поразил так Господь? За недоверие к Господу. Бывает, один человек остается верующий, и он все восстановит молитвой. Исаия 10.22. Сколько песку морского,
и только остаток его обратится, истребление определенной и изобилующей правдою. А можно этому противостать? И какие-то меры законодательные такие издать, новые законы нельзя. Мы должны только смиренно сказать, да будет воля твоя. И сохрани корень православия. Сохрани корень истинной веры, Господи, чтобы вера святая, она не заглохла. И с одного человека, как с Афанасия Великого, может все возродиться. Много или мало, Бог на это не смотрит. На помощь Господу с храбрыми. Один человек, если придет, как Гедеон, и он все потрясет до основания. А это был остаток. Угнетение было страшное. Даже хлеб молотить залез в точило, чтобы его никто не видел. Враги рассыпались по всей земле, и все, что намолотят, все отбирают. Ну, как во времена раскулачивания было. И Господь послал ангела. И ангел побудил его сделать клич, и народ собрался, и была получена независимость. У нас этого нет. У нас в России не нашелся человек после Сталина, никто, который бы во имя Господа поднял клич. Не перестройку делать, а людей обратить к Богу. Ну и что, будем молиться, что нам, само с неба свалится? Если хотите, да. И именно с неба. Так Бог делает, как ты никогда и не думаешь. Он даст обильные дожди, потом еще комаров нету. А чем объяснить? Да как угодно объясняй. Сырость полно, а комара нету. А что ты скажешь, рот не раскроешь. Бог силен сделать. И сделать такой урожай, что подивится весь мир. Бог сделает так, что никакого падежа в скотине не будет. Дети будут здоровы. Жены будут послушны. Доверься Богу. Исаия 14.30. Это Исаия много говорит об остатке. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Мы будем слышать, как в других странах все хорошо, как люди поправили свое положение. Смотрите, в Чили везде поправили, в Германии, Чехословакии, везде поднялись, а у нас никак не могут встать. Китай! Одна из самых бурно развивающихся стран мира, при таком населении, при малых запасах земли. И Богу-то не молятся, у них Бога-то никакого нет. Настоящей-то религии нигде нету. Почему? Это одна из самых великих тайн. А может быть для того, чтобы мы туда умом своим проникли? Это почва, может, для русского народа, чтобы послал Бог туда миссионеров? Чтобы этот святой остаток начал будить этот народ желтолицых, которые не знают Христа совсем. Притом народ жестокий ныне стал. Исаия 30:17. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток вас будет как веха на вершине горы и как знамя на холме, как шатается от ветра, когда ветер дует и знамя качается на флагштоке. Вот так вы будете трепетать. Бог наведет ужас. Я мысленно так представляю, может, не при моей жизни, не приведи Бог, конечно, если пойдет Китай. Сопротивления практически никакого не будет. Если поднимется юг мусульманам, сопротивления нельзя никакого дать. Нечем, ничего нет. Народ настолько расслаблен, это воины, будущее растут. Они боятся, они трусливые. Они в Бога не верят. И по делам мы это заслужили. Мы должны заботиться сегодня об одном, чтобы остаток русского народа, это уже остаток, притом больше миллиона каждый год исчезает русских людей. Совершенно, навсегда. Чтобы этот остаток обратился к Богу. Чтобы люди познали спасение во Христе. Чтобы это спасение возвестили другим людям, другим нациям. Может, здесь будет жить другая нация. А мы верующие, мы им расскажем о Христе. Вот просто мысленно прикиньте, что земля, маленькая пылинка, она в космосе где-то несется. И там мрак, это на земле свет. Это Бог так сделал, нигде там этого нет. Там везде мрак и холод. И пока мы на службе стоим, земля пролетит уже сотни тысяч километров. И смешно, что на этой пылинке люди злобствуют, что-то пытаются доказать друг другу. Когда это одно мгновение всего только, тысячелетие, это миг, один раз мигнуть. Мы не понимаем, какие мы немощные, слабые. И как нам необходимо просить Бога, чтобы остаток народа сохранил. Русский народ отличался широтой души, богатством. Все у них было. Народ-то сегодня совершенно не тот, какой был раньше. Если просили тогда просто «Спаси, Господи, помилуй страну российскую», то сегодня-то мы молим не о другой стране. Люди-то совсем другие. Мы молим «Спаси, Господи, помилуй наркоманов, пьяницев, ворюк». «Спаси и помилуй всех оборотней в погонах, оборотней
В больницах и везде. Одни оборотни. Все газеты переполнены. Кого спасаться? Мы должны молитву поставить на Господе. Обрати остаток народа к себе. Не о величии Родины надо заботиться, не о границах прежних их размерах, какие они были там, Казахстан, Афганистан, а о том, чтобы каждая душа познала Христа, примирилась с Богом. Ты не успеешь посмотреть, как ты уже состарилась, одна кожа будет, ничего не останется. Ты не увидишь, как жизнь пролетит. И человек уходит, и как будто никогда не жил. Где наши родственники, родители, бабушки? Вообрази, а если они не спаслись? А этот момент никогда-никогда не возвратится. Ведь ни одного слова бы не сказал, только забился где-то сейчас под корень дерева, сидел бы и плакал, и плакал. Зачем же мы родились, если пути истины не познали? Да лучше бы совсем не родиться. Познав трагичность положения человека, включи в молитву: Господи, я попал в этот остаток, все погибли, а я живой. Соделай меня светом Твоим и радостью для Тебя. Чтобы вечером я мог подвести итог и сказать: в лучах Твоей любви я прожил этот день. Иеремия 6:9, так говорит Господь Саваоф: до конца доберу остаток Израиля, как виноград работой, рукою Твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. Один остаток останется. А что это может быть? Две ягодки всего. И когда говорят демографическая там проблема, это слово-то нехорошее. Ничего этого нет. У Бога все это вымерено. Русские женщины не хотят рождать. В этом тоже что-то заключено. В Китае не могут удержать от родов. Закон говорит, не больше двух ребятишек. А они выезжают в деревню, рожают 20. Ничего с ними не могут сделать. Здесь и под таким видом не хотят рожать. Почему? Что-то Бог заложил же в этом. Мы не хотим Бога знать. И поэтому Богу мы, может, давно уже не нужны. Церковь нам напоминает о великой милости, которую Бог оказал остатку своему. Иеремия 15:9. Лежит в изнеможении, родившая семерых, и спускает дыхание свое, еще днем закатилось солнце ее. Она постыжена и посрамлена, и остаток их предам мечу. Это образное положение страны. Если бы нашу Россию изобразить в виде этой женщины, мы бы увидели ее в таком неприглядном виде сегодня, раздетая, брошенная, в кровях, израненная, поруганная, никому не нужная, и Бог отвернулся от нее. Ты была брошенная, проходил и нашел тебя, Господь говорит. Я обрезал пуповину, осолил солью. И ты выросла и изменила мне. Я тебе дала пшеницу, муку, а ты все на блудников истратила. Вот как Бог разговаривает с одной страной. Иезекииля 5:10. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих. И произведу над тобой суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Когда пророки говорили это, страна благоденствовала, все было хорошо. Дети учились в университетах, по-нашему переведем. Все были довольны друг другом. Отец хвалился сыновьями, это мои сыновья. И пророк вдруг появляется и говорит: вот эти сыновья отца зарежут и будут с костей мясо соскабливать и варить. Отец будет убивать своих детей. Ты что говоришь? Так и будет. Это сказал пророк. И в скором времени случилось нашествие неприятеля, и находились в осажденном городе, есть не было нечего, и началось судоедство, как в Ленинграде. Иаков 1:21. «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Нам мешает спасать наши души нечистота и остаток злобы. Не говорится к кому, но в первую очередь к Слову Божию. Мы прославились на весь мир, что отвергли Слово Божие. Насколько это достоверно сегодня, вообще трудно об этом говорить. Но за последние 100 лет у нас ни одного миссионера практически не было в России. Это даже вообразить нельзя. Раньше думали так: из нашей семьи кто-то пойдет в монахи, он будет там молиться, и он отмолит всю нашу родню. Почему никогда в России не было такого лозунга? А из нашей семьи пусть выучит английский язык, выучит индонезийский, пусть он поедет в Китай, будет миссионером и спасет наши души. Ни разу. Притом ни в одном житии святых этого нет. Видите, что нам приходится вторгаться даже домашние молитвы. Господи, помоги нам отложить остаток злобы, остаток ненависти,
подозрение, то есть остаток. А у нас может не остаток, а полнота. Это значит, где-то на кого-то чуть-чуть и отложив. И примите в кротости насаждаемое слово, а его и никто не насаждает. Это слово насаждать надо. Я вас получаю известие, воюют священники, лично против нас, против Потеряевки, против моих книг, которые никогда здесь не были, ни одной книги не читали, но это из разных районов, из разных республик, и эти священники друг друга не знают, но все одинаково злобятся. Я думаю, через это свидетельство дается нам, что мы идем все-таки в том направлении, где свидетельство Божие есть. Примите насаждаемое слово. Насаждаемое слово – это святая вечная Библия. И это слово могущее спасти ваши души. В обратном порядке. Если мы не примем Слово Божие, то и не спасем наши души. У нас уже у многих за бугром. Если 70 лет, 35 лет со середины, а дальше под гору покатилось. Остаток нашей жизни посвятим для Господа. Господи, дай нам любить Твое Слово. Внукам, правнукам засвидетельствовать. Чтобы они любили Тебя и только Тебя больше всего на свете. Не любящий Бога лучше бы не родился. И остаток нашей силы, остаток нашего зрения, слуха посвятим Богу и возложим на Его алтарь. Вот я и дети мои, да будем служить Господу. Аминь.